Пробуди из Кыргызстана, Боже, с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью во имя Иисуса Христа. Сегодня вторник, 5 сентября, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас вместе помолимся и попросим, чтобы Бог нас благословил в этот день. Аминь? Давайте обратимся к Нему. Это момент молитвы. Давайте сейчас поговорим с нашим Господом. Мой Господь и мой Бог, во имя Иисуса Христа мы сейчас обращаемся к Тебе в молитве. Господь, новый день начинается, и мы благодарим Тебя за дыхание жизни. Спасибо, мой Бог, за то, что мы смогли встать, что Ты даешь нам здоровье и силу идти вперед. Мы за все благодарим во имя Господа Иисуса. Мы просим, благослови сегодняшний день. Направь, мой Бог, нас в этот день. Мы не хотим поступать по-своему. Мы не хотим, мой Бог, делать все по-своему. Или слышать то, что люди говорят, и принимать решения по чужому мнению. И также мы не хотим пытаться ничего решить своими силами. Но мы рассчитываем, мой Господь, на Тебя. Мы верим, что Ты нам поможешь, что Ты нас направишь и что у нас все получится во имя Иисуса Христа. Господь, поставь Твоих ангелов вокруг нас, защити нас, нашу семью, наших друзей. Защити, мой Бог, нас от аварии, от катастрофы, проклятия, от злых людей, от зависти. Мы отдаем Тебе, Господь, нашу жизнь, все вопросы, которые нам нужно решить сегодня, все наши планы. Мы все отдаем Тебе. И по вере провозглашаем, сегодняшний день будет успешным во имя Господа Иисуса. Мы также соединяем, мой Бог, нашу веру. И мы молимся за Кыргызстан, за нашу землю, за нашу страну. Благослови, Господь, нашу страну. Благослови, мой Господь, Кыргызстан. Да будет в нашей стране спасение. Защита Твоя, Твое благословение во имя Господа Иисуса. Мы провозглашаем, что наша страна будет развиваться, будет процветать для славы Твоей. Мы также молимся и за другие страны. Сейчас, мой Бог, присоединяются к этой молитве люди из разных точек этого мира. Мы соединяем нашу веру и провозглашаем защиту Твою, благословение Твое там, где они находятся. Мы молимся, Господь, за мир в Израиле. Мы молимся за мир между Россией и Украиной, за людей, которые там находятся в опасных местах. Защити, мой Бог, Твой народ. Это наша молитва Тебе во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолитесь со мною, Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Богу! Дорогие друзья, я уверен в том, что Бог услышал нашу молитву.
И он же благословляет нас во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Я сейчас передам вам слово на сегодняшний день. Мы прочитаем книгу Числа, 14 главу, 24 стих, где написано в Библии вот так. «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Дорогие друзья, дух, которого человека, который верит в Бога, этот дух, он отличается от других людей. Да, от духов других людей. Потому что есть люди, которые говорят, что верят в Бога. Но, знаете, написано в Библии одно, они делают другое. Они живут в этом состоянии, постоянно жалуются, всего боятся, обо всем переживают. Но дух человека, который верит в Бога, это дух сильный. Этот дух дает ему силу преодолевать битвы. Этот дух помогает этому человеку и дает ему понять, что даже в трудный момент Бог с ним. Этот дух не дает человеку сдаваться. Кто верит в Бога, тот не сдается. Когда человек опускает руки и сдается, он показывает на самом деле, что он не верит. Дорогие друзья, этот дух иной, как мы прочитали, этот дух не дает человеку сомневаться. Приходят негативные мысли, он отвергает. И он верит только в то, что написано в Слове Божьем. Другие люди не влияют на него, а он влияет на них. Я молюсь и прошу, чтобы Бог дал вам такой дух, чтобы вы отличались от других людей. Чтобы там на работе вы не жаловались, вы не обвиняли никого, но вы были сильными и отличались от других. И побеждали для его славы. Аминь. Это Слово Божье для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени. И вы можете присоединяться к нам. Хорошо? Если это слово помогло вам, ставьте лайк, отправьте эту молитву вашим друзьям. Когда вы делаете это, вы помогаете нам спасать души. Напишите в комментариях, откуда вы молитесь с нами, с какого города, с какой страны. И в ваш комментарий добавьте вот эту фразу. «Я не слабый, и я сильный, и моя жизнь будет отличаться от жизни других людей. Мой Господь меня благословит». Аминь? И это точно. Дорогие друзья, сегодня в 18:30 я напоминаю вам, что у нас будет онлайн-служение за восстановление здоровья, и вы можете присоединяться. Хорошо? Пусть Бог вас благословит обильно, всю вашу семью. Хорошего вам дня. Идем вперед. Вы не слабы, вы сильны. Бог с вами. Если бы Божий народ его слушал, Богу служил, отдавая себя, Он бы открыл для них небеса и насыщал бы их до избытка. Если бы Божий народ Его славил, превозносил превыше всего, чистым медом Бог бы насытил его. Божье слово верно.